Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритец Тур. Хочу рассказать вам об отдыхе в отеле Султан Гарденс. 5 звезд Шарм-эль-Шейх, Египет. Изначально мною был куплен номер Юниор. По приезду на ресепшн мне был предложен номер стандарт на первой линии, который дешевле оплаченного мною номера. А также номер Юниор рядом с корпусом, в котором был ремонт. Из номеров Юниор хорошего вида на море нет. Я доплатила $300 за 11 ночей отдыха и поселилась в номере Сьют. Видео номера Сьют есть также на канале Фритец Тур. К достоинствам отеля я могу отнести: первое – это хорошие номера. Второе – это очень хорошее питание в главном ресторане, а также мне понравились индийские, итальянские рыбные рестораны. Скажу пару слов об анимации. Вечерняя анимация очень слабенькая. В основном это были современные танцы минут на 30. Дневная анимация на бассейне и на пляже очень хорошая. Особенно понравились танцы живота. Видео танцев живота есть также на канале Фритец Тур. Ведет танцы живота очень колоритный персонаж. Thank you.
территории много бассейнов. Джакузи в бассейне возле моего номера «Сьют» было неподражаемо. Берег частично очищен от кораллов, и маленьким детям удобно купаться. Через дорогу от отеля есть хороший базар. Теперь о недостатках отеля. Первый недостаток – это слабое озеленение. От отеля с названием Gardens я ожидала красивой территории, а не стандартной зеленой зоны. Я отдыхала во второй половине октября, в пик сезона. Но после 25 октября вода во всех бассейнах стала холодной, невозможно было купаться, и народ подался на море. Также не работала горка в детском бассейне. Пляж Султана очень маленький. Лежаки поставили плотно. Людей на пляже оказалась тьма. Самое неприятное в отеле – это коралл. Я отдыхала в Египте уже 10-й раз, была во многих отелях, но такого слабого коралла не видела нигде. Это один из худших кораллов, увиденных мною в Египте. Хуже был только в Напке. Даже не знаю, может, где был хуже коралл в Напке или коралл в Султане Гарденс, мне сложно сказать. Но коралл отвратительный. С маской там смотреть нечего. Thank you.
В заключение хочу сказать еще одно, что с погодой мне не повезло. Море штормило практически каждый день, хотя это был октябрь и высокий сезон. Рекомендовать отель не буду, поскольку заплатила $1400 за 11 ночей, была в номере одна. Ожидала от отдыха, честно сказать, большего. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Fritids Tour. Надеюсь, мой правдивый отзыв об отеле был полезен для вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Итак, до новых встреч, друзья!